В Югре в этом году очистят от мусора 248 километров береговых линий. Уборку проводят под эгидой нацпроекта «Экология». Такие субботники проходят практически во всех городах и районах округа уже 3 года. Только в Сургуте ежегодно убирают территорию общей протяженностью более 30 километров. Это участки рядом с реками Сайма и Обь, любимые места отдыха горожан. За раз вывезли около 50 полных самосвалов отходов. Мусор вблизи таких мест – потенциальная угроза. Вода ускоряет сроки разложения отходов, и она же становится транспортом для передвижения в природе вредных веществ, например, тяжелых металлов и микропластика. Поэтому так важно поддерживать водоемы и берега в чистоте. С каждым годом к подобным акциям присоединяется все большее число югорчан. Если в самом начале реализации нацпроекта «Экология» на субботники вышли около 25 тысяч человек по всей Югре, то в этом году планируется в 4 раза больше участников, почти 100 тысяч жителей округа. Это хороший пример, это хороший старт для дальнейшей общественной жизни. Ребята понимают, что большие дела, они начинаются с малого. Сегодня ты просто прибрался. Завтра ты уже не дашь другому человеку рядом с тобой бросить, там, не знаю, окурок, какой-то мусор или еще что-то. Дальше ты будешь это масштабировать, дальше ты будешь делать какие-то правильные вещи и делать город вокруг себя лучше и красивее.